Утро доброе, в студии Кирилл Уржумцев, и сегодня я приготовлю простые, максимально простые конвертики с начинкой. Для этого мне понадобится мука, слоеное тесто, яйцо и пищевой мак. Будет еще один ингредиент, о котором я расскажу чуточку позже. Для того, чтобы тесто не липло к скалке, его лучше посыпать мукой или же саму скалку тоже мукой посыпать тоненьким-тоненьким слоем, тогда тесто не прилипнет к ней. Теперь нарезаю его на 4 равные части, соответственно, у меня сегодня получится 4 конвертика. Какая же начинка, спросите вы у меня, а я вам отвечу. Сегодня у нас в гостях настоящий маг, создающий волшебство на вашем празднике. Представляю вам термостабильное повидло от компании Юдинцев, где каждая капля – это кусочек солнечного утра, даже если вы готовите его вечером. Этот продукт – настоящий герой нашего завтрака, способный сохранять свежесть и вкус даже при высоких температурах. Представьте себе – открытая выпечка, 220 градусов, 20 минут – и ваша начинка не вытекает. Закрытая выпечка. Готовьте до полной готовности, и ваш торт сохранит форму и вас не подведет. И не думайте, что в этом волшебстве есть что-то, кроме натуральных ягод и фруктов высочайшего качества. У нас нет места для компромиссов, так что приготовьте кексы, пироги, добавьте в йогурты или коктейли. Сегодня утром я взял повидло из жимолости. А на самом деле у компании Юдинцев огромный выбор вкусов. Нанесу его на заготовку из теста. Закрываю края будущей слойки или будущего конвертика со всех сторон. И самое главное, не забудьте их хорошенько защипнуть. Вот такие вот аккуратненькие, красивенькие края у меня получаются такие, ну, простые конвертики. Я собрал 4 конвертика, остается смазать их яйцом, чтобы получился такой красивый румяный загар. И совсем чуть-чуть посыпаю для красоты каждый конвертик. Беру конвертики и отправляю их в духовку. Желаю вам, чтобы телефон на морозе не разряжался и вообще, знаете, держал заряд батареи как можно дольше. Так вы всегда сможете посмотреть телеканал «Губерния», а именно «Утро с губернией», где мы с вами и увидимся. Приятного аппетита! До скорых встреч!